Ребята, всем привет, с вами Александр, Jurassic World Alive, и у нас закаленность, будем закаляться в боях, как обычно, против нас команда, с высоким здоровьем, используйте животных, умеющих повышать свой урон, и сразите этих танков за несколько ударов. Ну, тут на самом деле хорошо и зайдут, хотя да, в принципе, это существа с высоким уроном и без брони, они еще и любят, гады, замедлять, да? Ух ты, преимущество в щите. Ну-ка, что это за интересный удар такой-то из новых, да? Урон с обходом щита и брони. И ставить себе щит. Нанесение урона с обходом... Не, брони. Обходит, щит не обходит, а себе просто щит ставить. Ну и, короче, понятно. Вот таких, ребятка, я выбрал. Не знаю, тут индоминус у меня завалялся. Вот с усилением есть существо. Это тоже с усилением и кровотечением существо. Это с усилением. Ну, я постарался выбрать команду, какую они советуют. Ну, практически все. Ладно, половина у меня умеет усилять, а половина просто неплохо так дэмажит. Так, так, вот этот с усилением. Триастроник с усилением. Даже ты с усилением. И ты. Давайте вот возьмем, как они рекомендуют. Так, хотя... Ой. Вот так теперь будет слышно точно лучше. Погнали. Посмотрим, как эти броневички. Тут же даже тот же... Кто-то из них может обладать двойным уроном. Это может быть очень больно. Например, Триастрониксу. Ночной кошмар. Так, ну давайте вот с тебя начнем. Так, это что? На три хода. Ну давай. Ух, больно было. И он себя усилил. Блин, ну это непонятно, кому больнее было-то. Ах ты ё, замедлит нас. Ах, у, Триастроникс и иммунитет. Это прекрасно. Это без урона, но он, наверное, сейчас и не доживет, чтобы походить так. Ух ты, ё-моё, 2500. Ну они крепкие, ребята. Это ж надо так. Перезарядка, один ход. А что у него еще есть? Запрет на замену. Блин, ну да, ну давайте попробуем просто усилиться. Он не должен нас сейчас сильно ударить. Блин, ну черт подери, он поставил защиту. Придется бить сильным ударом. Сквозь щит, полторушечка. Ну, не то, что я хотел, конечно, ну ладно. О, вот это я понимаю, за один удар. Молодец. Так, а Марга? Ну давай, принимай. Блин, ну крепко бьет, смотрите, пробил таки. Ну, этого уже как бы смысл усиляться, мы и так его добьем. Так, дальше. У нас опережающий паралич есть, вот и все. Не будем мы ждать, пока он походит. Ну вот это, конечно, Ютазина, прикольный. Хороший раптор.
Так, смотрите, какие у нас тут гадрозаврик, да, Уранич, тут у нас Эдмонд и Алыч. Ничего себе, слышите, Алыч. Алыч еще и дымажит не по-детски. Так, вот тебя мы не использовали, да? Вот так. Ну, давайте так попробуем сходить. Но очищающих ударов у них ни у кого нет. Тут, в принципе, рапторы со снижающими ударами. В принципе, давайте начнем с него. А, Алыч пришел, да? Но он бьет больно, то есть его надо сразу нерфить немножко. И он как раз сквозь броню еще гад прокусывает. Давайте так разберемся с ним по-быстрому, потому что это больно. Это больно! Ну и кто кому? Блин, вообще-то я нажал опережающий паралич. И не сработал, да? Ни у кого. Блин, он меня сейчас пробьет. Давай. Триастрон. Иммунитет, отлично. Ну, блин, реально использовать два вот этих усиления, как бы здоровья не хватит. Уранич. Так, у него что же паралич есть? Short Pudry. Ну давай так. Ну, нас не замедлить. Да, к сожалению, он себя не ускорил. Это его, конечно. Блин, ну выживет, наверное. Выжил. Один-один. Он сейчас будет бить с подменой, если я сейчас подменюсь на кого-то не того. Ладно, обычным давайте. Блин, и кританул, молодец. Зухататор, да, как там тебе? Спинатозух, зухататор. Ну и все. Так. А, это третий, блин. Я-то думал сейчас еще кому-то кровотечение зарядить. Ну ладно. Ну нормально, побеждаем более сильных противников. Блин, ну шанса проиграть возможности нет. Всего лишь одна попытка. Итак, ну что, ребята, кого будем брать? Давайте вот так. Вот так и вот так. Блин. Не знаю, кого взять. Ну ладно, давайте так. Так пойдем. Индоминусом мы часто сражаемся. Я тут немножко качнул уже до 18 уровня своего. Как там? Диларанозавр, блин, как тебя зовут? Тираннолофозавр. Так, ну давайте начнем. Разберемся с самым сильным с помощью кровотечения. Больно, больно, да. Но сейчас мы разберемся с тобой. Аргентиныч, это так. У него замедления не было. Ах ты ж гад. Ну, нам по боку, в принципе.
И замедления нет, и все у нас отлично. Это чтобы нам не было больно. Он, конечно, нас замедлит. Но мы ответим. Довольно больно. Так, ну это держится аргентинич. Может, кританет? Сквозь щит. Так, одинарный урон. Ну, не больно. Контра. И хана. 4300, ё-моё, сквозь щит, вот это, блин, это было мощно. Так, этот недобитый, да? Больно, но не смертельно. А, соточка всего лишь. Блин, молодчинка, вообще шикарно. И мы теперь даже быстрее. Блин, придется так. Ну, вообще, крепкий парень, да? За уроподов просто как семечки щелкает. Так, мы же давайте сейчас на кого-то подменимся, что ли. А то так в сухую, сейчас мы их тут всех задымажим просто. Ой, больно, извини, дорогой, случайно получилось. Давайте сейчас, может, кровотечение получится нанести, если выживет. Не выжил. Ой, давай тебя вызовем. Опять. Мой любимый удар, отвлекающий. Замедляющий нам. Блин, у него же паралич есть. А, нет, не, не, нету. Так, опережающих ударов у него, к сожалению, нет. Но, надеюсь, этого хватит. Один мы выдержим. А это должно его добить. 266, да. Не, ну анкитрозавр, конечно, сильнее. Ну, тираннолофозавр зато выглядит прикольно. Вот такой вот у нас инкубатор.